Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Jack Rose. Возвращаемся в Need for Speed Carbon. В прошлой серии мы встретились с бандой Волфа. И теперь нам предстоит отвоевывать и эту территорию тоже. Так, давайте отправимся сразу же к гонке. Кольцевая гонка у нас будет. Пройдем гоночку, покатаемся по городу, может быть, откроем что-то интересное. По крайней мере, тюнинг тачки нам 100% нужен, потому что мы уже мало справляемся. Напарницей я взял Юми. Так, надо, чтобы она ускорилась. Слушайте, я для прохождения босса перенастроил машину на излишнюю поворачиваемость, чтобы в каньоне хорошо прокатываться. То есть у меня дрифт практически шины. Что ты делаешь? Это, конечно, ужасно. А так-то мне нравится, что излишне поворачиваемость. Меня поражает, как они на этой скорости на большой ходят поворот. Непосредственно не поехал. Ну ладно, парница пришла первая, это тоже хорошо для нас. У них не было ни единого шанса. Так, что получаем? Доступ к кузова, набор 2. Ну, тоже неплохо. И война за территорию тут ведется. Мы отвоевываем. О, Renault Clio V6 доступен. Отвоевываем кусочек себе территории в Palmon City. Ники? Получилось. Я, в общем, так и знал. А, ты не Ники. Знали, что ты крутой. Не снижай темпа, бро. Это на ее тачке тот главный чел. Забыл, как его зовут на самом деле. Давайте перезапишемся.
Территория под угрозой Скорпионы. Скорпионы хотят у нас отвоевать территорию. Слушайте, ну будем биться. Единственная проблема, у меня Юми в напарниках. Надо бы ее, наверное, на Невилла поменять. Он отличный блокировщик. Ну что, Юми, погнали. Стартом у нас небольшая скорость, но у нас очень хороший разгон. Поэтому я думаю, что мы, как ими простее. Думаю, что мы сейчас хорошо, в принципе, можем разогнаться. Юми, ну что ты делаешь? Я понимаю, что ты меня разгоняешь. Подруга, ну что ты делаешь? Так, радует одно, это кольцевая гонка. А, там срезка была. Прикольно. На втором круге так сделаем. Даже с полным нитрозарядом его не догоняю. Вот на финише только делаю. Блин, хороший кадр. Юми, господи. Слушайте, она сумасшедшая. Может привести к победе? О, нет! Она сможет привести к победе, естественно, но... Он, конечно, вообще... безбашенная. Она разогнала меня неплохо. Слушайте, зачем я гоняюсь? Может, она вообще будет гонять? Раз она все равно первые места занимает. Хочется закрыть эту игру, да и все. Бля, проехал мимо. Быстрее! Юми, я с радостью бы быстрее. Ты все равно первая. Помощник шел первым, ну и слава богу. Территория остается нашей. Так, надо бы немножко нам машинку с вами подкорректировать. Так, заходим в гараж. Сейчас обратно вывернем все на стандарт. Так. Это все, конечно, очень хорошо. Так, трансмиссия нормальная. Подвеска нормально. Слушайте, она здесь вообще полноценная. Вот, мне надо на управляемость поставить. Так, выбор автомобиля. Ну, тачка у нас одна с вами, поэтому... Так, команда.
Юмин, 25% увеличит запас закиси азота. Отлично. 10% скидка на запчасти для тюнинга. И Невил. Ну, давайте Невила возьму. Так, и поехали на следующую гонку с вами. Авеню Агастини. Ну, давайте глянем. Вообще, предлагаю сейчас на территорию Энджи вообще закинуться, чтобы посмотреть еще ее. Вдруг будет синематик, и как раз мы с вами... Что нам только с бандой Волфа кататься? Что, Невил, погнали? Так. Диспринт, надо быть очень внимательным. Второго круга уже не будет. Поэтому только вперед. И шаг назад. Навел. Цель задана. Спасибо, друг. Все, он его по приколу вырубил. Молодец, иду следом. Так, отлично. Воу. По срезке никто не поехал почему-то. Сложная трасса на самом деле. Чего это мы отдыхаем-то? Слушайте, ну да, один-то вообще прям там сильно оторвался, потому что его сбили. Так, резко поворачивал будет. Ой, рано! Блядь, рано. Весь заряд сейчас потрачен на то, чтобы вырулить ровно. Так, надо будет потом запомнить эту срезку. Нев, ты где? Так, слушайте, все, 77%. Скоро финиш. На прямочек ускоряемся. Немножечко притормозим соперника. Спасибо, Невил. Я и так педаль в пол рулю. Все прекрасно. Отвоевали мы тут. Еще территорию одну. Так, турбонаддув. Класс 2 улучшенный. Прекрасно. Банду Волфа. Так, давайте-ка вниз заедем. Здесь место сохранится, да, у нас это немножко перекурить. Так. Так, переходим к гаражу. Давайте нам турбонаддув. И поехали на территорию Энджи съездим. Так, тюнинг стайлинг, тюнинг, турбонаддув. Вот он. Спорткомплект. Стандартный поставим. Так, готово. И запчасти у нас есть что-то. Новый кузов есть. Кузов 2. Давайте-ка поставим.
Ой, какой странный он. Я помню, раньше постоянно ставили эти воздухозаборники дичайшие. Так, стайлинг. Есть что-нибудь новое? Аппликации. Ну-ка. Так, ну нового ничего. Тренировка, дорожный просвет. В принципе, это неинтересно. Ладно, в корзину перейдем. Заказываем детали. Так, карта. Я хотел на территорию Энджи съездить. Давайте куда-нибудь сюда. Съезд с Морган Бич. Аппликации полосы. Давайте отправимся. Последнюю гоночку сейчас катаем. Надеюсь, увидим Энджи. Презентует нам этого босса. И уже тогда будем завоевывать территории в следующий раз. Так, это не спринт, это контроль точки. Быстрее. Нифига себе. Здесь очень короткие будут промежутки. Слушайте, ну я думаю, мы все равно будем успевать. Потому что тачка у нас достаточно быстрая. Едем мы, не сказал бы, что профессионально, но достаточно хорошо. По 10 секунд добавляют нам. Я думаю, этого будет достаточно. Аж там меньше 10 секунд только отсчет начинается. Встречка на руку через 40 секунд. Так, это как-то нехорошо. Опа, ну и все. Вот и все, ребятки. Нет, не должно успеть, куда? Вот время 20 секунд, встречка на руку через 34. Так, ну тут набережная, легкая достаточно, поэтому вот и финиш. Так, ну давайте, показывайте Энджи. Так, доступ к аппликациям. Так, ну, вот и Энджи. Ой, дождик едет. Я слышала, что ты в городе. Проваливай, откуда приехал. Не очень гостеприимно нас встречают. 21-я улица. Банда 21-й улицы. Dodge Charger RT Engine. Да, ребятки, будет это сложно достаточно. Ну ничего, мы с ней справимся. Справились не с первого раза, но справились с Кенши. Справимся с Волфом и справимся с ней, естественно. А пока тормозим. Всем спасибо за просмотр. Плейлист на прохождение Need for Speed Carbon на PlayStation 2 будет в описании и по всплывашке в конце. До скорых встреч, ребят. Всем пока.